честно, это наш первый конкурс. Вообще такой даже выход в свет у нас первый. Поэтому мы были очень настроены, мы очень хотели победить, мы очень старались, пока их делали, эти поделки наши. Поэтому, конечно, нам хотелось приехать и побыть на такой елке. Есть желание, чтобы сделать некий музей. Если бы кто-то представил для этого помещение, вот, какую-то площадку, мы могли бы сделать по итогам наших конкурсов выставки, музей, допустим, детского творчества, эко-поделки, новогодняя игрушка.